Всем привет! Сегодня я вам расскажу про своего хозяина Дьяченко Диму. И с тех пор, как он поступил в МРТК филиал Айхальский, он очень сильно поменялся. Если раньше мы играли, веселились, нам было вместе весело, прикольно, то сейчас все совсем не так. Он пропадает на своей учебе. Он много занимается, интересуется всякой электротехникой. Дома появились странные, страшные инструменты. Мне жутко. Он забывает теперь меня покормить. Если раньше, он меня кормил всегда, при любом удобном случае. Даже если я не хотела есть, он все равно меня кормил. Мне это нравилось. А сейчас я его жду. А он не приходит. Он занимается в своем колледже. Ему нету ни до чего дела. Он очень занят своим образованием. Меня это волнует. Я хочу, чтобы он победил, потому что он достойный представитель своей профессии. Научите его уделять внимание и собакам. Всем пока.